психологически всегда нужно быть готовыми к опасности. На улице не стоит слишком глубоко погружаться в свои мысли, переживания, чтобы можно было быстро среагировать в критической ситуации. В связи с этим сотрудники полиции рекомендуют не класть кошельки, мобильный телефон и другие ценные вещи в наружные карманы, полиэтиленовые пакеты или легкодоступные места. При пользовании общественным городским транспортом или посещая места с массовым пребыванием граждан, держите сумку закрытой и близко к себе, и держите перед собой, а не сзади. Не доставайте полностью все деньги из кошелька при расчете с продавцом, чтобы не привлечь внимание воров. Держите собственность раздельно – мобильный телефон, кредитные карточки – отдельно от кошелька. Не выставляйте на показ ювелирные изделия или ценные вещи. Не оставляйте свое имущество даже на короткий промежуток времени. В темное время суток хорошо продумайте свой маршрут следования, избегайте малолюдных и неосвещенных мест. Дорогие украшения лучше снять или прикрыть одеждой. Если сзади кто-то идет за вами, проверьте свои опасения, резко изменив направление движения. Спешите в ближайшее людное место. Сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая ее к телу, а ключи в квартире храните в отдельном кармане. Если вы регулярно возвращаетесь домой поздно, подумайте о приобретении источника громкого сигнала, в крайнем случае обычного свистка. Пользуйтесь хорошо освещенными многолюдными остановками общественного транспорта, которые вы знаете. Пользуйтесь услугами такси-компании, которые вы знаете. Если вызвали такси по телефону, то убедитесь, что прибывший водитель знает фамилию и место назначения. Если чувствуете опасность, попросите водителя остановиться в многолюдном месте и выйдите. Подъезжайте прямо к подъезду, попросите водителя не уезжать, пока не зайдете в подъезд. Не садитесь к незнакомым людям в машину и не соглашайтесь на помощь вас подвезти. Если направляетесь в незнакомое место, попросите друзей или родственников вас встретить. Старайтесь не использовать ноутбуки, смартфоны и иную портативную компьютерную технику в транспорте, чтобы не показывать злоумышленникам. Подходя к дому, держите ключи от входной двери наготове, чтобы можно было быстро зайти в подъезд. Если вы на кресле-каталке или велосипеде, держите свои сумки в зоне видимости. Если в отношении вас все-таки совершено преступление, то незамедлительно звоните в полицию, напишите заявление. Безнаказанность только стимулирует злоумышленников к новым действиям. Пострадать могут и другие.